Знаменитый голландский художник Рембрандт, великий мастер светотени, как никто другой умел изображать на своих полотнах всю гамму человеческих чувств. Живописец писал картины разного жанра, а немалую часть его наследия составляют полотна с мифологическими сюжетами. Одна из известных работ автора – «Похищение Прозерпины» Персефона, или Прозерпина в древней римской мифологии, дочь богини плодородия Деметры. В прекрасную девушку по уши влюбился мрачный бог загробного мира Аид. Ее отец Зевс был не против их брака. Диометра же категорически не хотела отправлять дочь в подземное царство. Громовержец предложил Аиду выкрасть девушку, и влюбленный реализовал этот план. Он уговорил богиню земли Гею вырастить прекрасный цветок. Персефона гуляла в саду под присмотром нимф и увидела красивое растение. Она отдалилась от своих охранников и потянулась к цветку. В этот момент земля затряслась. У ног девушки разверзлась пропасть, из которой на своей колеснице выехал Аид. Он украл сопротивляющуюся ему Персефону, увез ее в свое мрачное царство. Именно момент похищения и изобразил Рембрандт. На картине девушка пытается отбиться от Аида, вырваться из его рук. Нимфы тоже стараются спасти ее. Лицо Персефоны выражает испуг и отчаяние. В центре картины изображена падающая навзничь Прозерпина, юная белокурая красавица в светлой длинной одежде, выбранная хозяином подземного царства богини. Отчаянно защищаясь, запрокинув голову, она впивается ногтями в красное бородатое лицо, подхватывающее ее на руки, закутанного во все красное бога тьмы. Вцепившиеся в края ее бледно-желтой с розоватыми оттенками одежды подруги слева от нас стремятся вырвать ее из объятий похитителя, но их отчаянные усилия напрасны. В ужасе влекутся они направо и к нам за стремительно мчащейся золотой колесницей под управлением уверенного бога, готовые вернуться в пучину. Окружающий сцену пейзаж, громадный просвет чистого синего неба в левой половине картины, а под ним буйная зеленая растительность, а вверху справа верхушка фантастического дерева, дан драматический. Пространство картины полно движения. Чернобородый властелин привстал с колесницы и спокойно обернувшись назад, благодаря чему мы видим в профиле его пышущее здоровьем лицо, еще увереннее прижимает к себе бьющуюся в его исполинских объятиях жертву. И в такт ее движением, как языки холодного пламени, дьявольски извиваются травы и деревья. Тем временем черные кони Аида несутся мимо нас в дымящуюся бездну, разверзающуюся за правым нижним углом картины. И над этим входом в бездну сгущается черный дым, и такой же дым стелется над землей на задних планах, там, где промчался на своей колеснице Плутон. Таинственность преддверия царства теней заражает зрителя. Последний отблеск неживого солнца на метущейся фигуре Прозерпины должен погаснуть смолистой мгле дымящейся пропасти. Мы слышим шум травы, грохот маленьких металлических колес, конский топот, душераздирающий крик Прозерпины. В эти переживания вложено много личного. Рембрандт здесь Плутон, Аид. Как и бог подземного царства,
он похищает свою невесту Саски.